Кроссовер BMW X2 впервые засветился на фото. Официальная премьера автомобиля ожидается в сентябре во Франкфурте. В сети были обнародованы первые фотографии нового кроссовера BMW X2, официальная премьера которого ожидается во Франкфурте в сентябре этого года, передает Financial Express. Фотографии были опубликованы в официальном блоге компании, однако сам автомобиль на них скрыт камуфляжем. Ожидается, что на рынок кроссовер поступит как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. В основу автомобиля, по предварительной информации, легла модульная платформа AKL 2. Автомобиль, вероятно, получит 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью 136-231 лошадиных сил. При этом топовая версия будет оснащена 300-сильным двигателем. Ранее корреспондент Net сообщал, что компания BMW показала прототип новой 8 Series по материалам сайта newsgro.com.